Ребята, микрофон Вася, и сегодня я буду работать. Сегодня я должен перегнать вот этот вот тепловоз 2Т116. Давайте вот откроем ключик. Готово. Открываем дверочку. Вот так вот. Залезаем. Можно, в принципе, дверку от машинное отделение пока что открыть. Дверь мы закрываем. Закрыли. Вот эту дверочку сейчас давайте пройдем вот так вот. Эту дверочку вот эту вот откроем. Все новым. Смотрите, какие новые тут сиденья установили. Этот 2Т116 после капремонта. Да. Угу. Ну все, погнали. Сначала нам нужно... Так. Так вот. Окей, готово. Заводим дизель. И потихонечку. Сейчас откроем окошечко. Лепс. И сдаем. Смотря в окно, сдаем чуть-чуть назад. Все, готово. Тормозим. Так, теперь мы делаем так. Так. Гудим. Ну и можем потихонечку так. Даем газа на реверса. Вот мы и закочегарили. Но сначала нужно диспетчер тепловоз 776 2Т116 резервом до депо. Запрос на отправление. Запрос придет, можете отправляться. Так. Позиции. Набираем позиции. Ну прям Боинг реально. Потому что я впервые на 2Т-шнике. Все, погнали. Пока не будем прям сильно разгоняться. Вот уже и главный ход. Вон там станция. Так. Идем резервом. Пока что нормально вроде все. Ага. Пока у нас тут поле. Давайте поднимем второе. Сейчас оба все получилось. Давайте мы убираем. Потом у нас бдительность. Пульт, ага. Сация. Так, что тут у нас? Пока что никаких там переездов тоже нету.
Ну вот, алмаз. Что там нужно еще включить? Это мы включаем. Так. Вот мы уже к станции подъезжаем. Гудим. Второй раз гудим. Кстати, скоро на канале выйдет сюжет о поездке, как я на перекладных поездах добирался от Финбана, то есть Финляндского вокзала, до Выборга. Да. Вот. Гудим. Сейчас нам нужно сделать тормоз, тормоз, тормоз. Тормози! Капец, мы стрелку проехали. Капец. Ну давайте сейчас сдаем потихонечку назад. Сейчас сдадим. Позиции, позиции, позиции. Тормозим. Ход нам... А, ну да, тут уже ручная, значит, это не моя проблема. Блин, прям в столб, блин. Сейчас выйдем. Опа. Бежим, бежим, бежим. Вот, кстати, мой переездник. Все, перевели стрелку. Все, побежали обратно. Почему у нас одна фара не работает? Эти. Закрываем дверь. Закрываем дверь. Бежим, 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 бежим. Набираем позиции. Еще раз гудим. Так, потихонечку набираем позиции. На переезде даже никого нету. Вообще. Вот так, оба. Все. Осталась прямая до депо. Да, тут у нас вот так вот выглядит все. Все нормально. Давайте сейчас попробуем эту дверочку. Мы уже за лесом едем. Тут вот опасно в депо не въехать. А можно. Все. Далее. Тут старые рельсы, так что больше 25 нельзя тут разгонять. И, блин, походу в следующей серии я тоже буду работать машинистом. Не знаю, как вам зайдет или не зайдет, машинистом работать. Потому что мне очень нравится машинистом работать. Вот эти все штуки, фигурки. Давай. Давайте. Опа, готово.
Опа, вот мы уже подъезжаем к депо. Вон там АЧ-2 стоит. Депо Одинцово. По факту это депо для электровсяких поездов. Кстати, вон сдвоенная Ра-2, сдвоенный капец у меня за отката мира. В общем, вот мы уже подъезжаем. Тут типа мотор-вагонное депо. Вон там Ра-2 стоит. То есть Ра-1. И автоматриса, как она называется, АЧ-2 вроде бы. И там еще был Демих. Все, мы подъезжаем. Ну, еще до захода чуть-чуть. А потом можем пробраться в АЧ-2. Давайте, кстати, зайдем в АЧ-шку. Что там создатели ЧМ-3 делали? Все. Так. Диспетчер, тепловоз 2Т-116-776, прибыл без замечаний, все в порядке. Да, хорошо. Так, смотрите, там вон Демик стоит, можем тоже у него сейчас по бырику сходить. Ну, погнали сейчас. Сначала, видимо, с 2Т-шником. Потому что у меня есть ключик. А ключик это много что значит. Все, закрыли. Ну, все, нет, давайте сейчас вот так. Чем мы, как по уставу, мы должны оставить дверь открытой. Не знаю зачем. Блин, что-то. Так. Так, вот, все, готово. Погнали в АЧ-шку. Ну ладно, эта дверь еще будет закрытой. Кто-то может быть и открытой. Это же просто та двигунчика. Ова. Ова, получилось. Все, так вот. Ладно. О, смотрите, какая Ра-2. Ну, давайте мы тогда уже на этом закончим. С вами был Вася. Это, в принципе, моя пилотная серия машиниста. С вами был я, Вася. Подписывайтесь, ставьте лайкосик. И всем пока-пока.